Доброго осеннего утра! Осенью воздух наполнен особенным благоуханием. Природа, как истинная леди, со сменой сезонов меняет и свои ароматы. Правильное нанесение парфюма – это целое искусство, с помощью которого можно многое рассказать о себе, либо, напротив, окутать себя дымкой загадки. Как известно, духи могут быть летними, холодными или зимними, теплыми. В холодную погоду можно надушиться крепкими духами, особенно если вы собираетесь на прогулку возле реки, так как речные испарения немного приглушают запах духов. Лучшие точки нанесения ароматов – те, где прощупывается пульс – запястье, сгиб локтей, колени и шея. Эти участки тела теплее, чем остальные, на них аромат проснется быстрее. Если вы нанесли на запястье каплю духов, то не размазывайте ее и не растирайте. Вы разрушаете молекулы эфирных масел, изменяете химическую реакцию парфюма и аромат искажается. Еще одним распространенным местом нанесения духов считаются волосы. Благодаря своей структуре волосы интенсивно впитывают в себя аромат и источают его на продолжении длительного периода времени. Большинство женщин, следуя советам своей бабушки, пытаются соблазнить любимого кавалера, обрызгивая духами область за ушами. Но этого делать не стоит. Парфюмеры предупреждают, что в этих зонах находится высокая концентрация кожного жира, на котором ароматы держатся меньше, так как он быстрее поглощает их. Парфюмеры не советуют использовать любимые духи на одежде. Вы легко испачкаете белоснежные вещи или наряды из шелка, на которых при нанесении парфюма остаются жирные пятна или разводы. Учтите, что любые духи, вступая в химическую реакцию с тканью, сильно меняют свой аромат. А запах порошка или ополаскивателя сделает любимый парфюм неузнаваемым. Если вы хотите, чтобы тяжелый аромат стал более легким, распылите парфюм в воздухе и пройдите через это душистое облако. Аромат – это крылья красоты. Носите его с удовольствием. А если у вас есть свои секреты ведения домашнего хозяйства, либо, напротив, вы столкнулись с неразрешимой бытовой проблемой, незамедлительно пишите к нам в редакцию. А на сегодня это все чудеса изобретательности в домашних условиях. Обязательно повторите это самостоятельно. И помните, хорошей хозяйкой не рождаются, ею становятся. Мария Крон, Алексей Аршевич, Утро-студия. Хорошего настроения!